У нас так пасмурно, со мной, конечно, Ральф, и Кузя там на кровати спит, и тут я, конечно, чуть-чуть как бы погрузилась в воспоминания. Всегда я погружаюсь перед чьим-то день рождения, или перед Ваней, или перед Катиным, достаю такую папочку. Я когда рожала Катюшу, мне дали вот такую книжечку синенькую. Ну, наверное, говорила о том, что будет все-таки мальчик. А Ване, когда Ваня родился, дали вот такую желтенькую книжечку. Эти книжечки такие, они как бы маленькие такие, ну, не сильно толстые. Я тут порезала палец, завязала. И они говорят о том, ну, там, какие-то моменты самые-самые сокровенные, как бы напоминают, и такая фотография в роддоме, наверное, она самая бесценная. Ну, это, наверное, как бы для, в основном для мам, такая память для родителей. Дети это потом почувствуют, когда сами станут родителями, ну, вот когда зубчики пошли, там, первые прививочки, все такое. Значит, у меня у Кати есть и у Вани есть. Но так как Катюша на день рождения, я, конечно, смотрю больше всего про Катю. И на Кате было вот такой, значит, у меня был номер 856, я была девочка, 3 килограмма, 50 сантиметров, и какого числа я родила. Вот столько бирочек было на ней, на мне. Ну, на эти бирочки всегда приятны. Ну, я все всегда пересматриваю это. И нашла письмо. Тут мне так как мобилок не было, ко мне писали, ну, в основном письма, приходили там, писали, и что, как бы, что передавали, писали. И нашла маму на письмо, знаете, я аж чуть так слезу пустила. Значит, мама мне пишет, ну, там, как все мне делать, а потом пишет: перед кормлением хорошо умойся, причешись и руки вымой, чтоб твоя дочь чувствовала тебя красиво, это очень важно. Ну, конечно, вот такие письма бесценны. Там мама дальше писала все. Это письмо, конечно, очень мне бесценно. И как для меня в основном, конечно. Так что вот такие приятные моменты, воспоминания. Видите, все давала Антошка. Это получается, все давала Антошка.
такие воспоминания не очень приятные. С рождением я люблю такое все смотреть. Так что когда-то я давным-давно, 21 год тому назад, родила прекрасную девочку, которую назвала Катюшей. Вот такое у нас небо, то тучи, то само небо, но мне нравится такое небо, оно настолько голубое. Мне даже кажется, что летом не такое небо, как вот голубое, как сейчас. Хотя, может, мне просто кажется. Так, значит, я тут хочу вам показать, что мы Катюшке, значит, подарим. Это такой, нам дали карточку с этого магазина, заказываем вообще тут первый раз, заказывал муж, ну и уже дали карточку, отправили по новой почте, очень удобно. Значит, камера видеорегистратор, значит, вроде бы это Xiaomi, но это как бы Xiaomi разновидность. Ну, я, конечно, ее открывать не буду, так как пусть открывает как бы сама. Вот такой, значит, подарок, и от Вани будет такой подарок, так как там оно, ну, как бы, карточка вот на 64 этих гигабайтов, вроде бы так оно называется, как бы там нету карточки, чтобы как бы запись была, и запись была там, допустим, чтобы недельку запись похоронилась, а потом можно было ее удалить, нужна карточка. Вот такую карточку Samsung, это будет дарить Ваня. Как бы, в принципе, она его давно хотела, такую камеру, но как-то у нас не получалось, или даже не задумывались, нужна или не нужна, но в итоге решили подарить на день рождения. В принципе, тем более она ее хотела. И будет у нас такой замечательный подарок. Надеемся, она ей прослужит очень долго и будет исправно работать. Подготавливаюсь я до Катиного день рождения. Решила сделать хачапури. Значит, замесила я уже тесто. Тесто у меня хорошенькое. Значит, хай оно у меня стоит и поднимается. Так, а я буду заниматься начинкой. На тесто оставлю описание или ссылочку скину. У меня на канале есть уже как бы хачапури, есть, я уже готовила. И, значит, мне понадобится сулугуни. Обычно туда надо отправлять, значит, ну, начинка такова, что сам сулугуни трется на терке и добавляется белок. Но я уже приучилась добавлять полностью яйцо. Так мне вкуснее. И буду делать маленькие такие хачапури. Купила специально перепелиные яйца для этого. И будет яичко маленькое. Ну, чтобы так, знаете, взять было удобно. Не вот такие большие делать, а поменьше. И в тесто я вот раскатываю до краев, чтобы бортики получались с сыром. Так что буду сейчас делать. Записывать я не буду уже, как я буду делать. Просто покажу уже потом результат. У меня тут два холодильника. Покажу еще. Тут я замариновала курочку. Так получалось. Обычно горчица, сметанка, соль, перец. И еще добавила сливочное масло, чуть-чуть немножко. И вот такой шашлык я не буду брать. Это свинина, тут Вова сам как бы, курицу я еще как-то делаю, а свинину Вова сам делает. То есть вот такой будет шашлычок, такая мысочка, и такая мысочка будет курицы. И хачапурки у меня получилось, тут 4 штучки, и тут получается 5. Раз, два, три, 4, 5. Голова совсем не варит. Так что хачапурки готовы. Сейчас мне Катюша поможет. Это будет обычное оливье. Как я делаю оливье? Колбаса, огурцы, картошка, морковка и куриные яйца. Значит, Катя режет там оливье, а я делаю пирог. Сейчас вот обмакаю лук. Значит, нам понадобится 4 яйца и много-много зелененькой цибульки. Поэтому сейчас я ее буду хорошо промокать, чтобы она была как бы сухая. И мелко-мелко резать. Пол теста я вылила в форму. Сейчас буду отправлять начинку, она у меня, видите, вот такая вышла. И потом опять тесто. Все, вот такой пирог у нас получился. Отправляем в духовку и печем, у кого какая духовка. Я, наверное, буду выпекать на 160 градусов, наверное, минут 40. Еще буду делать цезарь. Курочку я отварила. Буду разбирать на такие волокна или на кубики, ну там посмотрим. А остался бульон. Я его сейчас процежу и отправлю в такие контейнеры. Потом буду варить или суп, или там какие-то каши, или даже борщ.
Вот такой мой пирог получился. Единственное, он тут треснул. Но я думаю, ничего страшного. Я его, наверное, буду подавать в этом блюде. Только его разрежу на так порционные кусочки, чтобы было удобно. А сейчас, как духовка освободилась, я буду нарезать батон и подсушивать его. Буду первый раз пробовать на сливочном масле. Ну, говорят, так вкуснее для Цезаря. Цезарь, у нас будет два салата. Оливье и Цезарь. Цезарь у нас собирается уже будет непосредственно перед столом. Перепелиные яйца, пармезан, курочка и салат сам Цезарь. Ну, ага, еще сухарики, да, забыла. И Катюша еще попросила все-таки положить помидор. Ну, положим. Соус я купила вот такой. Если честно, брала первый раз. И, ну, как бы беру первый раз. Посмотрим, какой он будет на вкус. Так, и, конечно же, будет тирамису, потому что Катюшка, во-первых, это любит, и, во-вторых, он у нас хорошо прижился, этот рецепт. Два классических печенья, вернее, одно классическое, одно с какао, 130 грамм сахара, 3 яйца, маскарпоне и кофе. Сейчас заварю кофе, забыла за кофе. Сейчас заварю кофе и буду макать печеньки в кофе. И пока мисс кофе будет там у меня остывать, я сделаю крем. Все, тирамису я сделала. И, конечно же, не обойдется без вкусняшек из Рошена. И как раз мы сейчас за ними поедем. И чуть-чуть прикупим каких-то там пирожен. Идет подготовка полностью к дню рождения. Сейчас уже скоро гости придет. Я уже поставила картошечку, поставила курочку. Разожгли костер, уже костер вовсю горит. Будет сейчас жарить повар шашлык. Ну, то есть будем праздновать. Уже я снимать не буду. Ральф как раз воду пьет. Всех рада всегда видеть у себя на канале. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень будет приятна обратная связь с вами. Для меня это ценно, для меня это важно. Спасибо, что посмотрели мой ролик до конца. И всем пока-пока. Say what you wanna say.